Всех приветствую, коллеги-трейдеры, слушатели канала «Картель Трейдерс Клаб». С вами Игорь Павленко, команда «ETF Traders of Traders», партнеры компании «Герчик & Co» и партнеры, естественно же, компании «Картель Трейдерс Клаб» команды. Сегодня 23 декабря, уже почти 15 минут, как открыт американский рынок, поэтому записываю очередной обзор комплексный тех инструментов, на которых в рынке создается какая-то ситуация, которую мы, трейдеры, должны использовать, я считаю, себе во благо, то есть найти какие-то идеи, сценарии и от риска точки входа и на этом заработать. Сегодня такой обзор будет посвящаться прошлым сделкам, держание позиций. Напомню, сегодня просто началась последняя неделя нового года. Кто-то, какие-то игроки выходят из позиции, закрываются контракты, отчеты квартальные и так далее. Поэтому риски на первом, соблюдение рисков, контроль и управление рисками на первом месте. Ну, всегда на первом месте. Потому что мы спекулянты, у нас маленькие депозиты, у нас нету там миллион долларов, тысячи, там 10 миллионов долларов, мы не крупные игроки, поэтому мы от рисков со стопами заходим в позицию вслед крупным игрокам и зашли в рынок, взяли свое, ушли. Все, иначе нас раздавят. Значит, и первое, пойдем по валютным инструментам, канадский доллар, японская иена, валютная пара. Здесь с прошлых обзоров круглый уровень 83500, вот отсюда он взят, 83500, ложные пробои. И пошла, и вот этот уровень мы рассматривали, это зеркало, отсюда цена ходила вниз, вернее, отсюда, не закрываясь вниз, ходила вверх. И сейчас мы говорили о том, что если цена закрывается ниже уровня, работаем зеркало вниз. Поэтому эту позу, кто со мной торговал, держим. Если дневка закроется ниже 83107, зеркального уровня, то дальше и будет торговаться под уровнем, то дальше шорт. Продолжается район 81650. Дальше у нас было, по-моему, тоже из прошлых обзоров, фунт иена. Давайте чуть увеличим, здесь уровни побольше, скажем так, да. Ну вот, ну, или оставим пока так, а потом будем. Вот смотрите, создаются такие коридоры, заход в какой-то коридор. Вот этот мы не отмечали уровень, я отметил, он стал зеркальным после того, как цена вот держала его, да, по этому стартовому уровню отметил уровень, да, отсюда со старта, то есть что такое со старта я называю, это, к примеру, open low по одной цене, да, вот со старта ни слева, ни справа закрытия ниже не было, и цена ходила куда-то. Теперь закрылась цена под этим уровнем, то есть раньше закрытия не было, сейчас закрыла. Ложный пробой, цена идет дальше. Куда? К тому, как уровню, который вот круглый уровень мы отмечали с прошлого обзора, 140-900, вот он так, цена держит, закрытий вверху не было. Как только вышло, проторговалось несколько дней одним, тест уровня, ушли. Теперь, а закрытия ниже не было. Если цена сделает вот так, закроется ниже этого уровня, хорошая вероятность дальше к следующему уровню. То есть поэтому я сначала поставил сюда, но поставил, потому что здесь маленький объем у меня зашел чисто по рискам на тот день, когда заходил. Поэтому поставил сюда, чтобы освободить себе маржу и чтобы положить карман. И если цена закроется ниже этого уровня, дальше к следующему уровню. То есть здесь позицию держим в район 140-900. Фунт, его не торговал, но мы уровень рассматривали 29900, очень сильный уровень, во-первых, круглый, во-вторых, верхняя граница вот этого вот накопления, и это шортовая зона, вот цена, пятница закрыла на дне, сегодня, если закрывается под ним, тест уровня закрытия ниже шорт, куда? В нижнюю границу вот этого накопления, то есть в район 27670. Кто там продал повыше, вот хорошая тема была, вот он, зеркальный, с
смотрите, уровень был. Вот, стартовый то же самое, смотрите. Какая красота, 31-322, а, не стартовый. Но просто, а вот давайте посмотрим, может, здесь 322. Просто зеркало, зеркальный уровень, 322. Почему? Потому что цена раз на эту цену встала, мы ее определили после того, как цена торгуется над ней и не закрывается ниже. Ложная пробоя закрывается выше, ушла вверх. Как только зашли под нее, смотрите, вот этот бар, 988, зашли под него, закрылись ниже, подтвердили, что ложного пробоя двумя барами не будет, и дальше цену вверх не пускают. Все, заход. Вот. Сейчас даже та же ситуация грядет пока день, закроется день ниже 29900, тест уровня закрытия ниже шорт. Ну, как вот здесь. Тест уровня шорт. Что это у нас? Швейцарский франк, японская иена. Здесь очень хороший уровень 11820. Вот так его держит. Видите, как четко, сложным пробоем. Цена обновила лои. Как на меня, то если закроется, цена подойдет, протестит уровень, отсюда буду рассматривать продажи в район 110-390. Дальше. Так, у нас все подписано здесь, да? Евро-иена. Та же самая ситуация, удара практически копейка в копейку, зеркало, отсюда цена ходила вверх, закрылась выше, тест зеркала и ушла вверх, зеркало. Закрытия ниже не было, ни слева, ни справа, сейчас цена закрылась, загнали ниже. Та же самая понятная, четкая ситуация, подход к уровню, тест уровня, закрытие ниже, шорт. Район 119-450. Вот почему здесь уровень, здесь тоже очень классный уровень, следующий, если цена здесь пробьется, то следующий будет, вот он уровень классный. Почему здесь? Потому что с этого района, с области, обновили вот эти хаи, уровень. Пока не обновили, цена когда здесь была, это был не уровень, потому что неизвестно, цена может быть обратно сюда пойдет и так далее. Как только обновили хаи, да, с этой точки, с этого района, с этой точки, ну точку мы определяем позже уже, обновили лои, хаи, все, это стал тоже уровень. Поэтому подход к 121-471, вот они удары два, да, тест уровня закрытия ниже, шорт. Район 119-450. Что у нас тут? Евро, тру. Вот мы рассматриваем хороший уровень. Евро-иена подписано. Евро-турецкая лира. Вот уровень хороший, зеркало, да, отсюда цена сложенным пробоем ходила вниз, вот видите, как четко уровень держится, отсюда, как только вверх закрыл, ходила вверх, и отсюда падала верхняя граница, ну, излом тренда и так далее, и вот смотрите, сделалось ложный пробой двумя барами, и этот бар, который открылся вверху, закрылся внизу, еще обновил лоу. Теперь задача какая? Теперь нам главное, чтобы подтверждение было этой штучки, да, то есть тест уровня и закрытие ниже. Тогда во вторник можно шорт с первым выходом в районе 6.54.980, и дальше, если закрывается, значит зеркало пошло работать вниз, тогда вот сюда. Но первый выход вот здесь. После того, если рынок подтвердит, что действительно ложный пробой двумя барами и так далее, то есть тест уровня и закрытие ниже. Все, тогда буду рассматривать. Сейчас я так не торгую. То есть, вот сейчас. Лимитка поставили, потому что может быть вот такой шпиль, к примеру, там, да, а закрыться все равно под уровнем и так далее. То есть, нам нужно вот это подтверждение, то есть закрытие понедельника под уровнем. Тест уровня и закрытие понедельника под уровнем. Фунт, шведская крона. Рассматриваем мы этот уровень, да. Верхняя и нижняя граница. Здесь не верхняя граница, а излом тренда. Всего вот этого. Здесь нижняя граница накопления вот этого всего. Да, вот, то есть очень ключевые уровни. И сегодня, после того, как два дня закрылись ниже, то есть сначала пробили, закрылись ниже, потом тест, закрылись ниже, обновление лоу. Сегодня опять закидоны. Пока закидоны, я не входил. Что другие у меня точки входа были. Да? Вот. Там можно с L-стопом, то есть это уже по, не по динамике, а по стратегии. Но фишка в том, что исключился пятница, когда закрылась внизу. Да? Все вот это ложные пробои, повторные ложные пробои. Вот. Можно было еще вот отсюда входить, за уровень брать. Очень классный, кстати, уровень тоже вот этот.
не отложенного пробоя, который нижняя граница, а вот этот. То есть это было бы чистое зеркало, отсюда ходило вниз, отсюда ходит вверх, два раза закрывалось ниже. Сейчас уже актуальный вот этот уровень. То есть это у нас что? Это у нас фунт шведская крона, ГБП, Great Britain Point, Great Britain Point, шведская крона, СЭК. Britain Pound, Point of Pound. Вот такая вот ситуация. То есть ждем, если будет тест обратно этого уровня, то можно дальше работать шорт. Дальше, фунт сингапурский доллар, то же самое ситуация, смотрите. Но здесь точку входа, правда, не дал. Вот уровень четкий, копейка в копейку практически бьется. И это зеркало, отсюда цена ходила, копейка в копейку билась сюда. Здесь по стартовому уровню 73506, или что здесь у нас? 506, здесь просто нижняя граница отката, это зеркало тоже, по-моему. Да, вот смотрите, цена отсюда ходила вниз, цена сейчас протестила его с гэп, нижняя граница гэпа еще вот этого, и так далее. То есть вот сюда. А здесь можно было торговать зеркало еще в пятницу. Но здесь такая штука, что обновление лоу и так далее. То есть цена может вот так сюда подойти. Если она подойдет, нам спекулируем, что нужно подороже продать. Подороже это вот сюда цена подходит. Тест уровня закрытия ниже, тогда шорт. Не спешите в выходящий поезд, не прыгайте и так далее. Это ничем хорошим, как обычно, не заканчивается. Дальше. Такая ситуация по Great Britain Pound, сингапурский доллар. Но КСЕК пропустила сегодня вход, можно было входить. Но ситуация еще не упущена. Тоже мы с прошлого обзора, по-моему, это был, этот уровень рассматривали. Смотрите, отсюда цена ходила вверх, да, раз, я ушла, дальше не пустили, да. Подтвердилась она, как только закрылась ниже, все, ушли, даже не дали точку входа от уровня, да, ушли. Теперь так, здесь что-то не так. Вот так вот, база такая вот. Так вот. 02976. 02976. Вот так такая база. Вот эта база называется. Когда три удара между ними, вернее, три, это сам между ними уровень, цена закрывается. А здесь, смотрите, как только цена закрылась выше уровня, да? Раз закрылась выше уровня, два закрылась, ложный пробой, все, открылась вверху, закрылась, вот здесь пропустил точку входа. Но сейчас хорошо торгуется над уровнем, да, возвращается сюда цена, тест уровня закрытия выше, лонг, вот в этот район. Буду рассматривать. Так, дальше, это у нас подписано, норвежская крона к шведской кроне. Дальше, американский доллар к сингапурскому доллару, великолепно цена стоит над уровнем, притом к нему еще подошла снизу с поджатием, таким, и стала раз, два, три, четыре, пять, шестой день торгуется над уровнем, притом это еще и уровень стартовый, как я называю, да, low и close по одной цене, 35,417, вот так эту цену держит, видите, 35,4, давайте посмотрим, а, закрытие, вот оно, да. Здесь даже, по-моему, открылось по этой цене, ну-ка. Open 35, нет, открылась выше. Неважно, вот держит этот уровень, здесь даже близко не пускает. Тест этого уровня, закрытие над ним будет мне говорить о том, что все, буду хорошая вероятность для лонга, вот с таким, со стопом коротышкой буквально. Дальше, вот золото красиво рисует, я говорил, что все-таки рассматриваю падение вот здесь. Но вот уже третий день и четвертый день закрывается выше, идет поджатие к уровню. То есть, к чему я говорю? Что любой анализ, который делаешь, ты не смотришь, рассчитываешь по движению, по факту, что показывает рынок. Да, показывал он здесь, что я говорил, что здесь можно шортить, вернее, и так далее. И вот. А потом раз она бьется сюда, но повышает лоид. И одинаковые практически бары по высоте, по длине, скажем так, визуально. Вот. А этот уровень взят вот он откуда, смотрите. Смотрите, какой уровень.
Сложный пробой, то есть больше, чем 2 бара внизу, да? Ну, закрытие больше. Смотри, точно такая же штука, вот она, похоже, да? Вот. Но здесь после того, сложный ложный пробой усиливает уровень, и смотрите, отсюда цена бьется в этот уровень, закрывается выше, не ложные пробои, ушли вверх. Здесь цена подошла, тыкалась, уходила вниз, не добивает до этого и делает поджатие. Вот последние дни, да? Ну, в принципе, здесь поджатие типа сломлено, здесь стояло, тоже ломалось. Вот. Но теперь, поджатие вот это вот ломает уже выравнивание вот это. И цена закрывается над ним. Закрытие дневки над 14.79.87 плюс поджатие уровня и закрытие вверху, вот если сегодня закроется. Тогда очень большая вероятность лонга в район 15.15. Дальше. SP500. Помните, мы говорили, что это не индикатор, не корреляция, да, а активы. Если кто-то вкладывает, вернее, SP500 там летит вверх, то золото падает и золото начинает выходить. Здесь наоборот. Да? Золото идет вверх и закрывается сегодня, да, то очень хорошо можно SP500 рассмотреть, вот сегодняшний день закроется ниже хая, да, то можно очень хорошо продать SP500 в район 31.87.60. Вот такое начало база, такая вот, вот в этот район продать его можно. А там смотреть, что дальше показывает. Вот. Это если золото закроется вверх и дальше идет вверх. Тогда из SP500 начнут вылазить игроки. Ну, как золото в данном случае, как актив-убежище по отношению к SP500. SP500 летит там, идет вниз, золото начинает покупать, вкладывать деньги в золото. Золото идет вверх, и из SP500 начинает выходить и так далее. То есть, как золото в данном случае к сиплому SP500, да, это как актив-убежище. Поэтому актив-убежище, скажем так, показывает нам, что закрывается выше, идет в лонг, значит, выходит, скорее всего, очень большая вероятность, что с SP500, кто сидит в нем, там, да, крупняки будут выходить или закидывать, продавать активы по SP500 свои, да. Вот такая штучка. Поэтому, если золото закрепляется вверх, вверху, золото лонг будет смотреть, а SP500... буду рассматривать шорт. Дальше. Пошли теперь бумаги. Так, хаос USD у нас подписано. Золото SP500 подписано. И дальше пошли бумаги америкосовские. Ну, бумаги, мы имеем в виду CFD бумаги. Вот смотрите, тоже поджатие уровня, повышение лоев. Бары практически одинаковые. Нам что остается? Уровень класс. Нижняя граница гэпа. От него цена ходила ни слева, ни справа. Закрытия выше не было. Выше. Здесь вот попытались, да, тут же вернули гэп. Вот, уровень отличный. Поджатие к уровню. Нам что нужно? Нам только нужно закрытие вверху, чтобы подтвердить, что это поджатие все-таки сработало, и цену загнали, закрыли, то есть выше, то есть загнали выше. Вот. Тогда лонг в район 114, круглый уровень. Вот он отсюда взялся. Open low по одной цене, стартовый уровень. Вот я его обозначил. Сильнейший, потом еще круглый. Очень сильный уровень. И если над ним уже закрывается, над этим сильным уровнем вертится, то цена дальше. Но в район 114 офигенный коридор можно брать. Только после того, как цена закроется над 104.88, вот над этим уровнем, с поджатием. Подтвердит то, что поджатие ну, идет вверх. То есть пробивает уровень поджатия, поджимает к уровню. То есть инструмент готовится к пробою 104.88. Дальше. Через Take Energy Corporation. Здесь мы стоим, я еще в четверг добавился, то есть стояли вот здесь, вот это поджатие 0.79, рассматривали с прошлого обзора, вот 0.79, 0.79, 0.79, 0.79, 0.79, а здесь, смотрите, 0.90, смотрите, стартовый, 0.90, low и close по одной цене. Смотрите, вот этот low, вот этого бара, втыкнулось просто в 0, это что ж такое? В 0.90, видите, лоу, 0.90, сюда смотрим, да, 0.90, бар, 0.90, и в пятницу вниз я еще и добавился, 0.90, то есть, если сегодня закроется, при том, лотом забавился меньше, чем внизу стою, то есть, такой безопасный вход, вот
сейчас буду переносить уже стопы сюда и так далее, неважно. То есть если сегодня закрывается цена выше 0,90, дальше лонг в район 1,26, вот они удары копейка в копейку, 1,26 и 1,26, можете посмотреть. А если и над ним закрывается, тогда, ну, выше этой цены, да, 1.26, 1.26, вот смотрим, смотрите, 1.26 лоу, 1.26, вот он, 1.26, два удара, в район 1.26, тогда вот сюда, здесь тоже два удара, 1.58, 1.58, тут понятная ситуация, все хорошо. Это что касается CHK. HK, да, Chesapeake Energy Corporation, дальше, IBN, здесь два удара, видите, 15.24, 15.24 и вверх не пускают, сегодня день открылся с обновления low, то есть подход цены 15.24 short в район 14.59, почему вот он стартовый уровень low и close по одной цене, как из прошлых этих штук, да, такие уровни очень хорошо, то есть два удара в одном баре, то есть цену два удара со старта цена улетает, то есть вот такая штука, подход цены, тест, закрытие ниже, тогда шорт. Дальше, RF US, дальше посмотрим, здесь мы стоим из прошлых обзоров в шортах, здесь там, вот здесь мы уходили, закрывалось ниже, ложный пробой, не достало до стопада моего, но торгуется четвертый день под уровнем с обновления лоу вот этого, а это вот ложный пробой двумя барами, ложный пробой двумя барами, ложный пробой, раз, два, три дня торгуется под ним, закрывается дневка под ним, поэтому сделку держу в район 16.10, вот эта цена 16.10, по-моему вот это она, да, 16.10, 16.11, где 16.10, почему 16.10 такая, сейчас, секунду, а, вот она просто, нижняя граница, 16.10, нижняя граница вот этого гэпа, обновление вот с этой точки, именно вот в данном случае даже не с района, а вот с этой точки в 16.10 обновился вот этот хай и ложные пробои, поэтому держу эту сделку, и так далее. Сегодня день еще обновил этот хай, вернее этот лоу, так что держу эту сделку в районе 16.10. Лик US, два удара копейка в копейку, 6.20, 6.20, между ними ложный пробой. И обновление лоев и так далее. Подход цены к этому уровню, закрытие ниже, шорт в район. Первая остановка, конкретный выход это вот здесь, 4.22. Почему 4.22? Потому что гладиолус, смотри, 4.22, 4.22, два удара копейка в копейку. Здесь ложный тест, вернее, возила уровень, потом начала подходить к нему с поджатием, то есть повышение лоев, и вот этот уровень так и не пустили. Но первый выход в районе, вот оно зеркало такое, ага, даже не вот оно, вот оно, смотрите. Какое великолепное зеркало. Со старта 5.59, 5.59. Закрытия выше не было. Не открытий, а закрытий. Здесь подходили раз-раз, тестили, открывались, тут же загоняли под уровень. Зеркало. Зеркало давайте обозначим другим этим штукой. Такой вот пунктирчиком. Вот. А определили мы 5.59, ну, посмотрим здесь, смотрите, 5.59, отсюда цена просто улетала, видите, и здесь она повторилась open-low-open, то есть первым выходом 5.59, вот такой коридор, хорошо, если его пробивает, то дальше вниз тоже. SUS, тут жду вот эту штуку, подходит поджатие, вот этот бар немножко помешал, если он одинаковый был, но очень классная ситуация, идет накопление, то есть это не сегодня. Да, если вот сегодня день и так закроется, то такое поджатие будет, то есть лои повышаются. И смотрите, здесь 5.16 копейка в копейку, 5.16. Да? А здесь 5.40, 5.40 и 5.40. И смотрите, вот этот день, 5.40. То есть вот эти две эти штуки, ну пока еще рано говорить, это самое. Если вот этот день не обновит этот лоу, то это поджатие будет серьезное такое, и остается только дождаться закрытия выше 5.40.
Вот так вот. Вот я пока такой сценарий смотрю. Рынок, вот если так сделать, закрытие выше, то все это накопление, это будет лонговое накопление, тогда можно брать вот такое коридорище. Ну, потенциал такой очень большой будет. С первым выходом, вот он, ага. Нифига не он. Сейчас, секундочку, вот он, да? 5,96, 5,96, смотрите. Два удара, копейка в копейку. 5,96, 5,96. Здесь ложный пробой двумя барами сделался. Здесь раз, попытались вверху открыть, тут же загнали, ушли. 5,9, первым выходом в районе 5,96, зеркало. 5,96. 5,96. Второй окончательный выход 6,54, если цена закрывается над зеркалом. Пока наблюдаем, но вот эта вот интересная ситуация. Здесь два удара копейка в копейку и внизу, и смотрим. Куда? Если цена выйдет за 5,16, закроется, тогда будем ее искать где-нибудь там внизу, какой-нибудь уровень, будем смотреть, где он там, что там может сделать. Здесь коридоры маленькие, вот хороший уровень. Вот он, отличный. 4,86, сейчас сразу его обозначу. 4,86. Но это если 5,16 пробьет. Вот тогда со старта, видите, как бы цену держали. 4,86, 4,87, 4,86, 4,86, open и low, короче, вот так. Но я все-таки смотрю, что это накопление больше, потому что поджатие еще не сломлено, вот это, да, что идет все-таки вот не сегодня закрытие выше 5,40. Особенно хорошо, если не будет определенный вот этот лоу, тогда вот поджатие будет такое держаться, лоу, 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 повышение, повышение, повышение. Пока смотрим, пока это рано говорить. То есть такая, но очень интересная может ситуация. И если вверх, то сумасшедшие коридоры такие очень классные. Вот один коридор еще здоровенный, второй коридор еще. Так, что у нас сина, я даже не проверяю. Ага, все класс. 37,70, стоим в лонгах. Рассматривали мы этот уровень, сначала он был вот такой вот, а теперь смотрите, вот этот, вот здесь я не вошел и говорил, что не успел войти и так далее, но вот он уровень хороший, смотрите, вот круглый, и вот его тест, да, и вот этот уровень 3,70, 37,70, круглый уровень, цена ходила вниз, и это тоже зеркало, ну давайте сейчас, это тоже не важен, зеркало. Цена от него, от круглого уровня, который нам показала, да, от этой цены, мы просто уровень обозначаем, да, а это цена просто. Да. Цена ходила вниз, тут протестила, закрылась ниже, гэпом ушла вверх. А здесь как только над ней закрылась 3,70, ну то есть еще один уровень, да, такой. Здесь цена, когда я тестила 3,70, уходила вниз ложным пробоем. Здесь как только закрылась, попытались вниз открыться, нифига не получилось. Закрыли вверх, открыли вверху, цена была внизу, поставил байстоп, вошел. Все. То есть в район 43,65, кто сину держит от наших, где мы от 40, от 33, где мы торговали, я помните, говорил, что я вот здесь закрыл позицию, вот это вот, от 33 мы стояли. Ну, теперь добавился здесь, это же получается этот стоп от части прибыли и так далее. То есть сина держим в район 43,56, пока все идет хорошо. Вер, да, вот 9,31 уровень, вот он взятый. Это зеркало. Вот такое. Ну, пока не будем отмечать, неважно. То есть, а здесь 9,10, два удара копейка в копейку, 9,10, видите, чуть-чуть. То есть цена выходит вверх, выше 9,31, хороший лонг в район 9,80. Вот этот уровень 9,80, класс. Так, это что касается, то есть следим. То есть рынок уже рисует нам какие-то свои следы. То же самое, back, а так, вер у нас подписан, да, подписан, все у нас подписано, сина подписано, вер, back, да. Bank of America Corporation, что-то с ним какая-то фигня. Ну, мне не важно, я смотрю, 35.26, 35.26. Обновление low, здесь не пускают. Вот если цена вот так вот протестит, его закроется ниже, да, тогда и
хорошо бы, чтобы еще вот этот день, допустим, так закроется, потом второй день, какой-то предыдущий лоу, чтобы обновило. Тогда шорт в район 32.52. Вот open low по одной цене. Смотрите, какая отработка уровня. Что-то я уже начинаю как в игры играть. Короче, тогда в район 32.52. Интересная ситуация, следим. И в конце вот торгового месяца, вернее, последний месяц года, можно хорошо заработать на какие-то движения. Здесь это расписано с прошлых обзоров. Держим, я держу эту ситуацию. Почему? Потому что еще обновление лоев. Четвертый день торгуется. Сегодня аппаратно подошло к нему. Ну, предыдущий бар обновил лои. Уровень 11.09. Очень сильный уровень, под него цену загнали, вот 11.09 даже клон, и потом бах, загнали, и закрытие все выше, обновление лоев. Держу цену с первым выходом в районе 10.78, это зеркало, и излом тренда при том, вот этого всего. И отсюда цена ходила вниз, от него, так как вверх закрылись, ходили, и вот смотрите, какие вот тесты этого уровня. То есть первая остановка район 10.78, вторая остановка район 9.82. Здесь держу позицию, ничего здесь страшного не случается. Цена торгуется под 11.09, вот он расписан. Вот офигенный уровень был здесь, надо было заходить, по идее, ну повыше, да, 11.54. Вот так, когда очень много касания пипс-пипс, цен в цен, скажем так, это очень хорошо, значит, кто-то цену держит, не пускает в ту сторону. Так, MSUS, так здесь подписано, MSUS, вот смотрите, 51.11, обновление лоев было вот этим, да, но здесь вот еще 51.18, хороший уровень, вот так я лучше поставлю, стартовый, повыше, потому что лоу и клоуз по одной цене, 18, вот, и вот когда цена протестирует его вот так вот, здесь 51, оставлю его, да, вот так тоже. То есть держит вот этой штучкой, да? 51.11, 51.11. И вот еще и close. Видите? Ой, ПНХ по одной цене. То есть эту зону очень хорошо держит. Что нам нужно? Нам нужно, чтобы тест этих уровней, этой зоны, и стала цена под уровнем. Тогда 47.40, великолепный вот уровень, нижняя граница вот этого гэпа. Да? И вот смотрите, какая отработка. Вот. Почти копейка, 47.40. Вот. И этот уровень еще исторический, то есть эту цену исторически держит. Смотрите, 47.40, вот он, смотрите, 47.41, 47.40. Вот. В принципе, сейчас уже не исторический, а просто уровень, который в нижней границе, вот так. 47.40. И здесь, смотрите, 47-44 чуть-чуть не пустили, там, ну, 47-40 в этот район, 47-45 выходить будет. Вот такая ситуация. Дальше. Procter & Gamble, PG. Вот этот уровень держится. Опять же, ложные пробои. Цена раз, шпиль закрылась ниже. Здесь, опять же, нужно что? Нужно, чтобы цена закрылась под уровнем. В общем, тест был, цена под уровнем закрывается. Куча ложных пробоев. Излом тренда не, и цена к нему подходила, видите, большими барами. То есть, если цена закрывается под уровнем сейчас, то тогда можно шортить в район 123.76, вот стартовый уровень, да, 123.76, open low по данной цене. И это зеркало. Цена отсюда ходила вниз, как только это самое, видите, ходила вниз от этой цены. Так что вот такая ситуация. Дальше, Twitter. Ну, Twitter здесь я вышел, говорил, да, но вот уровень очень хороший, вот этот уровень, 32.38. Вот его тест был, смотрите, 32.40. Вот поэтому закрытие выше, пока идет какое-то там выравнивание, да, но если цена закроется вот так, бар, да, потом еще один бар, это будет вообще великолепно, закроется, это будет такое поджатие лоев, да. То есть закрытие выше 32.38, дальше лонг в район 39.25. Вот два удара, копейка в копейку. Это что касается Твиттера. Кар, да, вот цена, вот я ждал от момента, отлично. Накопление произошло, смотрите, цена 21.31, open low по одной цене. 21.31, копейка в копейку. Цена закрылась ниже 21.31. И вот тест закрытия выше.
Я уже думал, что цена не вернется, но цена возвращается. Вот обратно, тест обратно этого уровня. Вот так. И закрытие выше. Тогда с понятным стопиком за вот этот пробойчик, да, лонг в район 22.85, вот эти удары. Ложный пробой и удар. Если и выше закрывается, тогда еще дальше. Но пока в 22.85. Что касается карт. Тиффани ситуация здесь понятна. Я говорил, что его покупает Луи Виттон. Поэтому эту марку держу в шорт. Потому что выкупает и этот тикер, этот, да, именно чистый ТИФ, да. ТИФ не останется, конечно, потому что это бренд мировой и так далее, но как тикер, как может быть, будет ТИФ Луи, там, а может, он и останется таким, да, но жду ее в шорт пока. Вот так вот, потому что ее выкупает Луи Виттон, Тиффани, за 16 миллиардов, поэтому жду. Если еще покачевляется, к концу года не пойдет вниз, просто вырублю сделку и да и все. Притом здесь очень маленьким лотом рискую я там 4 долларами, чтобы взять 90 баксов. Ну, чисто вот так, на сильном движении вниз, скажем так. Откуда он взят? Вот вышняя граница отката. То есть вот это все непонятная ситуация, и меня это не волнует. Дальше. И ТФК, FK, да? Trade Financial Corporation, удар 46.13, два удара, обновление лоев, тест уровня, закрытие ниже, подход цены к этому уровню, вот так, тест, закрытие ниже, шорт, 41.40, хорошая вероятность шорта, вот они удары, 41.44, смотрите, 41.44, 41.44, 41.44, 41.44, 43, не знаю, пониже. Ну вот они удары копейка в копейку. И вот так он держит уровень. Класс. Понятно? И последний трип. Мы здесь в лонгах. Тоже я говорил, вот поджатие. Да, это вот на одной цене. Мне из них захватило стопарь, потому что он был под лоу вот этого бара. Да, и не хватануло стопарь. Здесь уже можно... Ну, если два стопа прошло, тоже можно. Бу, неважно. То есть цена закрылась выше. Да? И это 29.20. Смотрите, 29. Ой, где она? Вот, 29.20. 18. Не понял, почему 29.20? А, вот он. 29.20. 29.20. Вот последняя цена. Два удара. Было раньше 29.18, но здесь круглая цена. 29.20, 29.20. Все, цена над ним торгуется, ложный пробой, все хорошо пока. В район 37.08. Вот два удара. Нижняя граница вот этого отката. Два удара, 37.08, 37.08. Вот так его прошили. Понятная ситуация такая. Ну, из последних, да? Здесь первый выход я сделал просто 1.5 относительно, не 1.3, даже 1.5 относительно риска. Все, на этом все. Еще раз прошу вас, соблюдайте риски, соблюдайте money management, risk management, не лезьте в позиции, в которые там лишь бы там заработать, залезть и заработать. Все от риска, потому что усугубляется тем, что последний месяц и сейчас идет последняя торговая неделя. То есть можно как хорошо заработать, да, так и очень сильно влететь. Кто не выставляет стопы, там не контролирует риски, не хеджирует позиции, да, не фиксит там часть прибыли и так далее. Все, всем пока, до следующего обзора. С вами был Игорь Павленко, команда UTF Traders, партнеры компании Герчик & Co. и Картель Traders Club. Всем пока, до следующего обзора. Он будет в среду, и последний обзор будет в пятницу в этом году. Подведем итоги наших позиций и так далее. Все, всем пока, всем профита.